Видеообзор на iPhone X. 256 гигов, 10 iPhone у нас. Экран абсолютно целый. Крышка задняя битая. То есть из нюансов у этого телефона только то, что крышка задняя битая. И стоит неоригинальный экран. Но, тем не менее, Face работает. Вот, смотрите. Оп, разблокировался сразу, да? Ну, вот так вот сейчас разблокировать. Ну, видите, замочек моргает. Сейчас мы на него посмотрим. Разблокировался. То есть Face работает, я его настроил. Аккумулятор здесь стоит родной. У нас получается, как вы сами можете наблюдать, 79%. Памяти у него 256 гигов. Идет. Работает быстро, не тормозит. Камера хорошая, без засветов каких-либо. Также селфи тоже работает прекрасно. Хороший телефон. Единственное, что это крышка получается битая, и экран стоит не оригинальный, в чем ну, Трутона вот нету. Все. В целом телефон отличный, рекомендую к покупке.